Good morning, ladies and gentlemen. I'm going to go through the schedule of press briefings in Ukraine Crisis Media Center for Friday, April 11th. At 11 o'clock, we welcome at Ukraine Crisis Media Center Dmytro Tymchuk, director of the Center for Military and Political Research, coordinator of Information Resistance Group. At 11:30, we will have a guest from the Security Forum, which is taking place in Kyiv right now. James Sher is an associate fellow for the Russia and Eurasian program at the London Royal Institute of International Affairs. He will be with us at 11:30. And following that, at 12 o'clock, we will have a delegation of the National Democratic Institute. They will represent the results of some research in regards to preparing for the elections in Ukraine. We will have Lloyd Oxworthy, rector of the Canadian University of Winnipeg and former Minister for Foreign Affairs of Canada with us, Ted Kaufman, former United States Senator from Delaware, and Laura Jewett, Regional Director for Eurasia Programs at National Democratic Institute. At 1 o'clock, we'll have another research presentation from IRI and Sociological Group Rating. They will discuss social and political opinion studies. Participants will include Michael Drachman, Director of International Republican Institute, and Ihor Tyshchenko, expert of the Sociological Group Rating. And we will close today's day with Ruslana, civil activist and singer. Ruslana has just returned from various trips in the United States, and her main topic for today is going to be, does America support Ukraine? So with this, I pass the floor to Dmytro Tymchuk, director of Center of Military and Political Research, coordinator of Information Resistance Group. Дякую. Доброе утро. Я Дмитрий Тимчук, координатор группы «Информационное сопротивление». Ну, в двух словах хочу по ситуации, которая сейчас сложилась по границам Украины и в Крыму. Что касается Крыма, на сегодняшнее утро мы фиксировали отвод, вернее переброску из территории Крыма около 2000 российских военнослужащих. В основном это спецназ и подразделения ВДВ, переброшены они на территорию России. Одновременно второй процесс, который вызвал, в общем-то, наше внимание, большое сосредоточение танкеров в районе Керченского пролива и в Новороссийске. Всего задействовано, ну, идет широкомасштабная операция по переброске нефтепродуктов с территории России в Крым. Задействовано где-то около 50 танкеров. Ну, мы давали информацию с утра конкретно по названиям танкеров, которые сейчас находятся возле Керченского пролива. По нашим данным, то есть первая версия была о том, что россияне перебрасывают топливо для каких-то наступательных действий, но мы оценили как маловероятную эту версию, поскольку, в общем-то, мы не рассматриваем Крым как плацдарм для полноценного вооруженного вторжения на материковую часть Украины. Ну, по понятным причинам, в общем-то, два узких перешейка, которые легко блокируются довольно небольшими силами. На сегодня там вооруженные силы Украины совместно с погранслужбой создали систему обороны, которая, в общем-то, способна задержать вполне серьезную группировку войск в случае наступления с Крыма. То есть мы рассматриваем вариант. Раньше была информация, что в Крыму заканчивается топливо элементарно, и сейчас россияне пытаются решить эту проблему. Что касается Востока, ну, мы видим, что ситуация с сепаратистскими движениями довольно-таки не гасится. Хотя, с другой стороны, мы видим также, что правоохранители пресс-службы понемногу начинают все-таки ситуацию, так сказать, перетягивать на свою сторону. Это, безусловно, положительный момент. То есть сценарий, который мы видим, о котором говорим, собственно, уже месяц, в общем-то, он сейчас меняет немного формат, но, в общем-то, остаются основные его направления остаются те же самые. Во-первых, то есть создать ситуацию, когда на местном уровне сепаратистские движения захватывают власть, захватывают, точнее, не власть, а органы власти, местной власти, провозглашают различные там якобы независимые республики, тут же начинают вызывать о помощи к России, соответственно, Россия вводит войска, и под дулами автоматов, как это было в Крыму, проводятся референдумы, после чего Украина лишается этих регионов. На данный момент мы не расцениваем вариант полноценного вооруженного вторжения, как об этом говорит НАТО. Мы предполагаем на 90% с вероятностью, что если будет осуществляться вариант вторжения, то он будет не в формате полноценной войсковой операции, то есть боевое столкновение украинских вооруженных сил и российской армии,
А вот именно в формате инфильтрации через границу отдельных подразделений российских, появление их в формате известных по Крыму зеленых человечков в том же Донецке и Луганске для взятия под, ну, для усиления именно сепаратистов. То есть вариант, что российская армия войдет и пойдет победоносным маршем по дуге с востока на Херсон и там далее на Приднестровье, мы, в общем-то, считаем маловероятным. В этой ситуации, конечно, очень важно контролировать активность сепаратистов. Слава богу, они на сегодня достаточно блокированы в тех админзданиях, которые они захватили в восточных городах. Ситуация, повторюсь, остается очень сложной. Мы видим массовый саботаж со стороны правоохранительных органов на местах. СБУ эту проблему выявила намного раньше, и по нашим данным достаточно давно идет процесс замены нелояльных сотрудников действительно патриотически настроенными, которые могут выполнять сложные задачи. С одной стороны, это уменьшает их эффективность, поскольку людям приходится работать с колес фактически, они прибывают и сразу начинают выполнять задачи в незнакомой, в общем-то, среде. Но тем не менее, нужно отдать им должное, мы тут можем только снять шляпу перед ними, они действительно работают достаточно эффективно, учитывая те условия, которые сложились на данный момент. По нашим данным, буквально уже сутки назад в Кремле было, в общем-то, принято решение о том, чтобы не рассматривать пока вариант именно вторжения, пока сепаратистами не будут достигнуты какие-то успехи именно в восточных регионах. До этого была активизирована, ну, активность особую проявляла сеть главного разведуправления Генерального штаба Российской Федерации. То есть фактически все действия сепаратистов, то есть лидеров сепаратистских этих групп, они проходили по координационной сети ГРУ. Сейчас мы уже несколько суток получаем информацию, что активизирована параллельная сеть ФСБ. Ихняя задача, то есть если ГРУ работает именно по лидерам-сепаратистам в основном той сети, которая существовала на протяжении последних лет, она не просто сейчас активизирована, то задача ФСБ, в общем-то, массово, ну, инициировать какой-то массовый резонанс, то есть чтобы народ поддерживал вот эти сепаратистские выступления. То есть люди, которые не являются членами сепаратистских организаций, просто местные жители, которые лояльны к России, и какие-то претензии у нее есть к украинской нынешней власти, чтобы выводить их, грубо говоря, на улицы и создавать картину массовки. На данный момент такая ситуация. Окей, колеги, чи може є запитання до пана Тимчука? Так. Павел Бобулович, Радіо Нет Польша. Яка є ваша оцінка реакції українських влад на те події, які є на Сході зараз? Чи є достатньо, чи можна би було ще зробити інакше? І взагалі також, як іде про Крим, чи якби зараз те, що бачимо якби після тих результатів, чи це, що було зроблено в Криму, було також достатньо? Крымский вариант не пройдет. Нужно учитывать очень большую разницу между событиями, ну, ситуацией, которая была во время начала событий в Крыму, и ситуацией, которая сейчас на Востоке. Во-первых, в Крыму, в общем-то, события начались на фоне полной дезорганизации власти, деморализации населения, ну, постреволюционная Украина. Я имею в виду деморализация личного состава наших и правоохранителей, и вооруженных сил именно в юго-восточных регионах. В Крыму, то есть во время Майдана, абсолютно не секрет, правоохранители, ну, вообще силовики в целом на юго-востоке, они не поддерживали Майдан. То есть у них, скажем так, симпатии соответствовали социологическому срезу симпатии общества в целом, в том или ином регионе. То есть если правоохранители на Западе, в западных регионах Украины достаточно поддерживали, симпатизировали Майдану, то на Востоке и на Юге была совершенно обратная картина. Это во-первых. Во-вторых, фактор внезапности. Ну, то есть исходя из первого, силовики на местах сами толком не понимали, насколько легитимная власть сейчас в Киеве находится. В это время не зря же Януковича выпустили на сцену в Ростове-на-Дону, и он сказал, что я легитимный президент и верховный главнокомандующий, слушайтесь меня. То есть это как раз дезорганизовало командиров на местах. Руководство по Минобороны. Легитимным министром обороны оставался Павел Лебедев, который убежал в ставленник Януковича.
чем самый угрожающий, вернее, самый благоприятный момент для Путина по захвату Востока был с 16 по, ну, где-то 17 после референдума в Крыму, 17 где-то по 21 марта. После этого понемногу украинская власть начала исправлять ситуацию. Проблема номер один, которую я говорил, это, в общем-то, саботаж силовиков на местах. Это действительно страшнейшая проблема. И то, что сейчас как-то понемногу, с превеликим скрипом, силовики исправляют ситуацию, берут ее понемногу в свои руки, это заслуга отдельных людей, отдельных представителей спецслужб и правоохранительных органов. Тут надо отдать им должное. Это, ну, я считаю, на уровне подвига, если учитывать все, ну, факторы, которые сейчас влияют. Граница, да, она же у нас постоянно была прозрачная, то есть граница не на замке, как это было или там, в советские времена, западная граница, КСП, собаки охраняют и так далее. Этого ж нету, пожалуйста, без транспорта вообще можно. Чтобы их не было. Ведь по областям Луганская, Донецкая, там вообще единичные подразделения, то есть фактически сотни военнослужащих, даже не тысячи. Соответственно, за это время, в общем-то, опять-таки при великих потугах, украинская армия, во-первых, смогла руководство Генерального штаба перебросить определенные части подразделения на восток и выстроить какую-никакую систему обороны. То есть Россия сейчас не может проводить операцию и говорить, типа, вот тут откуда-то появились российские военные, а теперь они помогают проводить референдум. Если будет массовый переход российскими подразделениями границы, уже начинать мясорубку полновесную. То есть это сразу автоматически означает, экономические санкции Запада, военные тоже не исключены. То есть то, что НАТО и США говорят о том, что не будут принимать участие в военной операции, мы не знаем, как сложится ситуация, если там будет действительно настоящая бойня на Востоке. То есть до какого предела пойдет Путин, мы опять-таки не знаем. Но в любом случае, намного благоприятнее для нас, чем та ситуация, которая была во время начала вторжения в Крым. Прошу, follow-up. А чи є можливий варіант, що це війська, яке перейшло на російський бок в Криму, Росія може використати як українську армію? Ну, там перейшло декілька тисяч українських солдатів, які призналися, що вони росіяни, чи залишилися в Криму. І чи зараз можна би було їх використати на в східі України просто так, як зелених людей в Криму, то зараз би було, що це є нова там південно-східна українська армія? Я понял. Ну, давайте учитывать. Во-первых, официально, по данным наших правоохранительных органов, в Крыму находится на данный момент два официальных предателя, украинских офицера. Масса людей, которые изъявили желание принимать присягу Российской Федерации и изменить украинские присяги. Они не изъявляли желание переходить. Их предателями считать ни в коем случае нельзя, потому что они просто пишут рапорта на увольнение, по домам. С другой стороны, с точки зрения украинского законодательства, они, конечно, нарушают закон, потому что нет у нас такого. То есть сейчас действительно перед Минобороны встречу. И все-таки это влияет в конечном итоге на имидж вооруженных сил в целом и на имидж Украины. Это первое. Второе. Давайте скажем честно. Если люди один раз изменили одной присяге,
вы бы лично на них полагались, доверяли бы? Я считаю, что никакой командир бы таким людям не доверял. Если он перебежал один раз, то он точно так же перебежит второй раз. Ну. На восток я смысла не вижу. Во-первых, опять-таки вопрос лояльности, то есть доверия. И тот говорят по-русски, и тот не ориентируется на местности. То есть смысла делать на эту ставку я не вижу, честно говоря. Это не гитлеровская Германия и Советский Союз. А можна наскільки швидко міг би постати реальний кордон між Україною і Росією? Ну, такий реальний захищений кордон. Якісь є уявлення? Я думаю, що часових і інших ресурсів. Таки возникают два вопроса. Ну, что значит граница? Мы же не вариант, да, он привлекательный, у нас, боюсь, экономика элементарно не потянет. Тут важно два фактора. Великий инфраструктур. Пограничники не обладают там несметными дивизиями и так далее, чтобы выкидывать туда там целые полки, да, или бригады. Поэтому там стоят наряды достаточно малочисленные. Я не думаю, что если вот как с 8 на 9 у нас была информация о том, что был запрос со стороны России подготовить коридор для просачивания российских подразделений на украинскую территорию, не обязательно было там расстреливать этих пограничников на месте. Я думаю, еще Мудан зеленых денег решил бы эту проблему не менее эффективно. То есть есть множество различных вариантов решения этой проблемы по поводу границы. Я бы в этой ситуации обращал внимание именно не на границу, а на то, что творится в городах. То есть то, что я говорил, если не будет вот этого сепаратистского шабаша в Донецке, Луганске, Харькове, ну, Одесса, Николаев, Херсон, тогда не будет условий для вторжения. Мы снимаем эту проблему. В общем-то, заключается смысл. Секунду. Рядна Войтко, газета «Українська думка», Лондон. Скажіть, будь ласка, як по-вашому, як довго президент Путін може тримати свої війська на кордоні з Україною, на східному кордоні? Дякую. Ну, теоретически, конечно, войска, которые долго находятся в полевых условиях, их морально-психологический дух падает, это однозначно. Они, то есть, во-первых, нет элементарных там каких-то бытовых, ну, грубо говоря, удовлетворить даже простейшие какие-то потребности, все равно это не тот вариант, когда они там в местах постоянной дислокации. Организация питания и так далее, но не буду углубляться в это. Факт в том, что войска, которые сидят где-нибудь в лесах или полях, в палатках и ничего не делают, это идет разложение этих подразделений. Это однозначно. Морально-психологический дух падает. С одной стороны. С другой стороны, нужно учитывать, что эти ребята там торчат с конца февраля, по сути, и начала марта. То есть уже достаточно долгое время. Путин теоретически можно держать войска и полгода. Вопрос только в том, насколько они будут боеспособны и боеготовы, насколько они не будут разложены. А мы, в общем-то, ну, мне так, вернее, не мне, а нам, группе информационного сопротивления, представляется картина, что в Кремле еще нет четкого сценария. То есть есть несколько сценариев, причем, судя по почерку, они предложены как ГРУ, так и ФСБ, а там есть разница в мышлениях и подходах колоссальная, в общем-то, это прослеживается. И они сейчас пытаются найти какой-то усредненный выработать сценарий. Причем этот сценарий, он, ну, меняется в зависимости от ситуации. То есть
В общем-то, самое главное, они прошли точку, про то, что я говорил, пик наибольшего вероятности вторжения, когда было на границах 83 тысячи человек, по нашим оценкам, российских военнослужащих, и когда, в общем-то, сепаратисты смогли устроить беспорядки даже с жертвами, как мы помним, в городах Восточной Украины. Вот это был самый тревожный, я бы сказал, момент. Сейчас мы это прошли. Сейчас мы понимаем, что, в общем-то, Кремль готов к вторжению в Украину, только если будет сложиться действительно благоприятная обстановка. Пока она не складывается. Хотя мы не исключаем, что, в общем-то, она может сложиться. Тут зарекаться-то очень трудно. Но будем надеяться на лучшее. Но теоретически, я так понимаю, программа, то есть эта программа у него идет уже, так сказать, в зависимости от ситуации. А программа, которая четко прослеживается, ну все мы видим, это, в общем-то, направлено на срыв выборов. То есть однозначно, если не по всей Украине, то восточные регионы они будут пытаться сорвать всеми силами. Сепаратисты активны, для них войска на границе – это психологическая поддержка. Если вы видели даже то, что попадают в СМИ, в соцсети и так далее, они постоянно, захватывая здания, призывают, что нам нужно продержаться вот там сутки, и придут русские и так далее. Для них это психологически важно. Если Путин уберет войска, то волна сепаратизма, тут взаимосвязано. То есть волна сепаратизма сразу пойдет на спад. В общем, проблема. Что тут за питание? Скажите, пожалуйста, что, собственно говоря, может стать вот этой точкой, основанием для ввода России своих солдат? То есть чего нам опасаться? Жертв? Или да, вот, ну, что будет той точкой, которая станет катализатором? Этих факторов может быть достаточно много. То есть мы видели, во-первых, заказ на провозглашение, ну, получилось, когда провозглашали эту Донецкую республику, мы в 8 утра дали сообщение о том, что пришла вводная сепаратистам из Москвы, чтобы провозглашать Донецкую республику, через 3 часа ее провозгласили. То есть выполняются, сепаратисты выполняют все, в общем-то, пункты того сценария, который им скидывается. Но сценарий, пока он начинает осуществляться, он уже корректируется. То есть когда идут вот такие действительно серьезные, в общем-то, факторы, которые вроде прямо не привязаны, но на самом деле достаточно мощно влияют на ситуацию, как мы видим. Это, во-первых, вопрос санкций, поведение международного сообщества. То есть та же резолюция Паре, перед этим резолюция Генассамблеи ООН, она оказывает тоже влияние. То есть мы видим несколько точек, которые, в принципе, были благоприятны для Путина, но он ими не воспользовался. Я предполагаю, что это как раз из-за вот этих факторов. Когда он скажет, что все, в общем, будем однозначно осуществлять, я вам сказать не могу. По сути, ну, сейчас отпадают, благодаря как раз деятельности международных организаций, пропадают поводы. То есть мы уже видим, что ОБСЕ задекларировано, нет в Украине ущемления русскоязычных граждан Украины. Перед этим другие международные, там Transparency International, то же самое, что нету никакого экстремизма, там, о котором вещает Москва с пеной у рта. То есть, по сути, и время пока играет на нас, с одной стороны. С другой стороны, народ достаточно психологически утомлен, и это сказывается. Ну, в общем, как именно закончится этот сценарий, я лично не Нострадамус сказать не могу, к сожалению. Россия – это страна, яка и народ, який мислить символами и ключевыми датами. Є запитання, що, можливо, можна очікувати якоїсь дуже серйозної провокації до 9 травня, 9 тому що така дата важлива є між днем виборів в Україні і теперішнім днем. Однозначно. Що ви скажете з цього приводу? Да, однозначно. Причому у нас була інформація ще позавчора, да, Юрій Ніколаєвич, якщо не ошибаюсь. Це Юрій Карін, ще один координатор інформаційного сопротивлення. Позавчора інформація була якраз вводною, ну, сепаратистам начинать ту русскую весну как раз до 9 мая, для того, чтобы к 9 мая полностью раскачать ситуацию и, пользуясь как раз вот этим антифашистским, так сказать, праздником, в общем-то, постараться вывести максимум людей на улицы. Насколько это удастся, трудно сказать, но мы видим, что, допустим, тут надо понимать, что, в общем-то, опять-таки, для того, чтобы провести полноценную вот эту сепаратистскую, скажем, операцию, мало раскачать Восток. Путину на самом деле Восток нужен Путину в стратегическом плане, как промышленная база и ресурсная база. В тактическом плане ему нужен Юг. Юг – это ключ к Крыму. Юг – это вода, электроэнергия, газ для Крыма. То есть
Сейчас рассказы Медведева о том, что они там будут опреснители строить, ну, может быть, может, они там сыграют в новый Кувейт. Не буду спорить. Это с одной стороны. Но с другой стороны, можно питьевую воду дать людям. А Крым держится на двух китах. Пляжный сезон этот курортный, который фактически в этом году уже сорван. И второе – сельское хозяйство. Если запреснители качать воду для сельского хозяйства Крыма, это нужно быть дебилом, извините. Поэтому в токийском плане ему нужен юг. А вот здесь как раз мы видим, очень намного хуже у них дела обстоят, чем на востоке. То есть в Одессе, в Херсоне вообще сейчас тишина. В Одессе, да, пытаются раскачать ситуацию, но пока безуспешно, как видим. В Николаеве, ну там, по-моему, попытки сепаратистов на какую-то пародию похожи, слава богу. То есть вот к 9 мая как раз они попытаются, мы так думаем, и на востоке, и на юге консолидировать вот эти сепаратистские группы как раз под 9 мая. Гаразд. Дякуємо дуже. Да. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємося на такі регулярні апдейти з вашого боку.